Я думаю, что сейчас публика будет буквально захлебываться от восторга, но нам в первую очередь важно, во-первых, собственное впечатление, ну и, естественно, будем говорить и об оценках от арбитров. Предполагали, как мы и предсказывали, впрочем, это несложно было предсказать. Очень понравились эти крейсеры японской публике, и сами они остались довольны тем, что прокатали, но арбитры, во всяком случае, по первому впечатлению, не сильно
впечатлились, уж простите за каламбур, выступлением этих японских спортсменов и уже на первом таком серьезном техническом элементе на твизлах обнаружили и поводы для того, чтобы поставить отрицательные оценки, но и в целом уровень-то второй только. Ну правильно, она же. Ну правильно. Но она не сделана чисто. Сейчас посмотрим на повторе и еще раз убедимся в правоте арбитров. Ну, в целом, думаю, здесь как раз та самая ситуация, когда дома помогли стены японцам показать очень вдохновенный прокат, хотя бы еще там вдохновение при недостаточном мастерстве, чтобы соперничать с лучшими из лучших, сейчас может не хватить для высокого. Но в целом, если говорить о поддержках, то поддержки как раз хорошего, высокого уровня и да, небольшой плюс откатали риды. А что касается вот остальных, значительно более сложных элементов, то и твизлы, и дорожки шагов, они не настолько серьезную прибавку к технической стоимости. Да, мы видим. За что вот тут снизили уровень? Даже целых два. Ну, она сделала как тройками, что ли. Да, ну, надо продвижение делать. А тут этот тройка. Это она, да, ее еще так. Ну, пошатнуло, это я видел. Но это скорее, наверное, от арбитров сейчас идет. А, то есть она не постоянно касалась кромкой конька, и она вышла на зубец. Ну, да. Вот он твизл-то, оказывается, такой сложный, такой коварный. Не только нашим он не удается, но даже и хозяевам, которых, по идее, должны чуть-чуть все-таки благосклонно к ним относиться. Вот тут еще больше теряют они сейчас техническую оценку, пока не очень понимаю, где. А дорожка шагов не только по диагонали второй уровень, но и по кругу тоже. Не третий, как было заявлено изначально, а второй уровень ставят судьи. Это самые сложные, самые такие серьезно влияющие на техническую оценку элементы и невысокого уровня в итоге оказываются. Ну и вы сами все видите, невысокая оценка и за произвольный танец, лишь седьмое место.